Это китайский древесный древовидный пион. Называется «Дикие гуси». Юра, будь добр, прочитай название точное. Пиония хакуган. White wild geese. Ага, белые дикие гуси. White wild geese. Пион какой? Хакуган? Хакуган. H-A? H-A-K. K-U? Dash G-A-N. То есть хаку тире и G-U-N, ган. Ну, гун, вообще-то они говорят гун, конечно. Гал, G-A? G-A. А, ган. Ну, тогда, значит, ган, G-A-N. Угу. Хаку ган. Белые дикие гуси. Действительно, как перья. В той стороне солнышко просвечивает немножко. Там на заднем плане рододендрон в Азии розовый. Pink shell азалия в народе. Это американский вид. А вот это вот Китай, древний Китай. Это очень старый сорт. Он так склонился. Вот он. Я первый раз его застаю в таком хорошем виде. В прошлом году я пришла 16 мая. Здесь была кучка лепестков на земле. В этом году он замечательный. Кажется, что сейчас они взлетят.
деревьев насыпалось семена какие-то. Такие атласные лепесточки. Да, чудо. Ну ладно. Это вот тропа китайская, дендрарии Арнольда. И тропа исследователей. То есть в честь тех, кто ездил в экспедиции в Китай, ну еще в 19 веке, в Японию, благодаря которым мы узнали многое. В частности, благодаря Вильсону, который очень многое открыл для Европы. И Лилию Королевскую, и Киви, и Давидию. И много-много всего. Метасеквою. Ну и другие. Вот такой тоже очень красивый рододендрон нежный. Уже отцветающий. Вот, кстати, вот этот клён, он тоже, по-моему, это тоже он открыл. Необычная кора. Здесь его называют бумажный клён, а в России почему-то серый. Что тут серого, я, честно говоря, не знаю. Ну, это его официальное название. Такая очень красивая кора. Листочки не похожи на кленовые, но тем не менее это клён. Ну ладно. Вернемся к нашим пионам. И закончим на них. Табличку только покажу еще раз. Вернее, не еще раз. Мы озвучивали ее, но теперь можно будет посмотреть, как написано. Что-то я все время говорю китайский, а на самом деле Япония. Юра, он японский, ты можешь себе представить? Вот так, интересно. 62-й год. Посажен в 62-м. Я была уверена, что здесь все китайское. Ну ладно, сюрприз. Ну вот, ладно. Спасибо, это было замечательно.